Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас всех, с вами Николай Партийный. Это игра Hearthstone, карточный игра от компании Blizzard. Продолжаю свои делать учения и обучаю новичков, как создавать базовые колоды из базовых карт, дабы проходить делики, подниматься в рейтинге, чтобы получить обложку карт, непосредственно улучшать свои навыки. Создал я, в принципе, 4 на данный момент колоды, которые неплохо себя показали. Значит, Друид-генерал. Маг-тренер. Пресветлый. Темный паладин. Все колоды хорошо себя показывают. Но сегодня мы затронем колоду Приста. Значит, собрать колоду Приста достаточно сложно, и начинающий игрок в основном много делает ошибок, составляя неправильную колоду. Мана, конечно, как вы видите, тут раскладка крайне не комбинированная, но суть заключается в том, что наша обилка лечит всех ваших существ. Начнем. Первое, это божественная кара. Внутреннее зрение. Слово сила щит. То есть все по две карты, как вы видите. Слово тьма боль. Кислотный слезнюк, 2 штуки. Слово тьма смерть, 2 штуки. Маг Даларана, 2 штуки. Священник Синдарай, 2 штуки. Морозный Йети, 2 штуки. Рыцарь Штормграда, 1. Щитоносец Сиджин, 2 штуки. Кольцо Света, 2 штуки, это АУЕ. Берсек Голубаш, 2 штуки. Нага Целительница, 2 штуки. Огр Тяжелого Кулака, 2 штуки. И Контроль Разума. Это, в принципе, колода можно выиграть даже у нормальной, грамотной колоды, где есть и эпические карты, и легендарные. Но нужно, как бы сказать, навык, скилл иметь свой, при этом, знаете, чтобы вам еще и заходило. Бывает такое то, что против вас играет, как бы, класс, который у вас сильнее. Такое бывает часто. Вот. И при этом тут еще полагаться нужно на тактику такую. То есть прекрасно понимать, против кого вы играете и какие у вас шансы. То есть против той или иной колоды и класса. Надеюсь, понятно. Начнем играть. Все это достаточно просто. У меня 11-й, как бы вам сказать, уровень, и ко мне подсоединяется такого же приблизительно уровня. Я играл против сейчас мага, он настолько был тупой, постоянно шел только в лицо, он даже моих существ не убивал. Ну конечно же он умер, он даже фаербом сам себя убил. Я просто смеялся там, ну я не стал это заливать. Потому что думал, ну это смешно против такого показывать эту колоду, она высшего достойна. Подустал я чутка, ребят, вечер уже, да, можно сказать ночь. То есть 10 часов. Андуин и Джайна. Джайна. Многие любят за Джайну играть. Свет дарует мне победу. Так.
Скинем вот этот чё, эту фигнюшечку. Щит. Маг Давара на... Защитим. Да, я скину две карты, вот эти вот, мне что-то не очень нравится. Ну вот, получше, в принципе, получше. Монетка. Значит, сейчас я вам покажу всю систему. Как вообще построена эта колода? Все достаточно просто. У нас есть отхил, мы отхиливаем существ, тем самым... враг не может грамотно разменяться для себя. У мага самые сильные карты — это Жог, Элементаль и Фаербол. Господи. Еще этот идиот хуже, чем тот. А, господи. Ну ладно. Что у него там есть? Фаербол. Отлично, огненный шар. Его... Замечательный добор. Он этому будет очень рад. Ему нужно все существа размять, еще стрельнуть в него. Ну, либо как бы потратить один скилл и за еще один черт этим вот огоньком добить. А, он решил добрать, блин. Ну, да, удачи ему. Вот, это их такая острота, вот, постоянно бить в лицо. У меня такое ощущение, что они на этом просто... помешанный. Мы должны очистить солнечный колодец. Начинаю превращение в пар. Я понимаю, если я был бы магичкой, но я светлый приз, я могу исцеляться. Он нанес 7 урона, хорошо. Угу. Уже в лицо не побьешь, да? Ну чем еще меня порадуешь? Так, 7-й ход. У нее есть Жог в руках. Потому что я украл у нее Жог. Фаербол, а? Фаербол, Жог и еще две карты. Каких я не знаю. Рывок. Угу. Рванем вперед, я тоже так думаю. Начинаю превращение в пар. Так, тебе нужно каждый ход хилиться. Если у нее есть Жог, она его сейчас разыграет. Это я знаю точно. Но существа все равно останутся живы, и я их как бы похилю.
Тебе самому надо похилиться. У нее сжег, то есть она сейчас может конкретно все сжечь. И две карты у нее какие-то там еще может быть. У них это тупая стратегия, вечно идти в лицо. Ну окей, давай. Не забывай, что на одном хп можно жить. Ну вы сами знаете, да, что прекрасно у нее жил, хоть что-то надумает. Нет, она не хочет его использовать. Ну хорошо. Да, все, поджог, да, подстраивать. Того у нее хп меньше, чем у меня, потому что она вовремя не сожгла. То есть я похилю, она обратно жогом не убьет всех. Жадничает, падла. Жадная тварь. Ты за это поплатишься. Один выстрел, один. Кого мне убить? Все, у нее как бы уже карт даже нету. Что у нее там еще может быть? Ну, еще один фаертбол. Так это есть, да, там, походу, фаертбол один у нее в руке. Ну, добрала карт, хорошо. Что будешь делать вот с этим жирным товарищем? Фаертбол пинга максимум. А брата жена меня не убьет вообще никак. Даже не узнает, что их убило. Ага. Мы должны очистить солнечный колодец. Тварь глупая, а? Чё ты сейчас-то будешь? Давай свой жог кидай, он тебе не поможет, блин. Смотри, вот у них одна, видите, такая система. Может, она работает против какого-то другого там класса. Ну и там намешано кого-то, я не знаю, по-черному. Дадим ей еще ход, ладно. Но она умерла, но я не знаю, что она там мутит. Да помогут мне духи предков. Дешев, да, в то время настрелян, чтобы я не смог его забрать там. Жирными картами. Нет, она этого не сделает. На прощание. Ну чё, давай еще поиграем. Все пытается меня выиграть, блин. Неудачно получилось. Я не знаю, на что они там надеются. Да что же делать? Надо играть правильно. Фаертбол. О, это же был фаертбол. Все отчаянно пытается меня завалить. Да Тика можешь ее довести, что ли, я не знаю. Можно научиться уму-разуму. Я этим займусь.
отчаян. Нет, я его убью, говорит, я убью его. А ты такой, что? Чего таращишься? Я... Этот маг дурнее, чем предыдущий маг. И такие, сука, часто попадаются. Говорю, надо на другого зайти сервер, там, где у меня пожирнее. А, неужели? Даже так. У ней там, ну, урона не хватит, это начальник кого-то там, не знаю. Ну, может, у меня какая-то легендарка, она ждет там какую-то. О, боже, смотрите, жир такая тварь. Не, она серьезно, что ли? Отчаянный парень сразу, видать. Может, тебе жог там зайдет, я не знаю. Ты сжечь что-нибудь попытаешься. Сколько там карта стала? 7? Ты увидите, как она дурная. Секретки. Дадим ей шанс. Да, дадим ей, наверное, шанс. Нет у нее никакого шанса. Сегодня для нее никакого шанса не будет. Я не знаю, она вообще за уровнем хп смотрит. Я не могу, что у меня полный стол. Походу вообще никак. Так, ну что это может? Уничтожение. А, броня. Хорошо, ладно. Броня тоже неплохо. Просто мне захотелось посмотреть, что это такое у нее там. Не, это магичка, походу, не... Несправимо, блин. И, походу, не исправит даже могила. Будет, значит, умрет от тика. У нее есть там сейчас жог, она сейчас его сожжет, там половина даже существ, но мы останутся. Северные волки готовы к бою. Готов, конечно. Мне просто здесь ну кое хватит. Сейчас надумал что-то. Нет, все-таки я буду в лицо буду бить. Буду бить их в лицо. Только в лицо.
скоро кончатся карты. А? Скоро кончатся карты. Это последний жог и последний элементаль. Если, конечно, он там вообще имеется. Трепещи перед мощью Штормграда! А, неужели она одумалась? За короля! За честь! Оу, нет! У меня кончились карты. А, у тебя кончились карты. Как же так? А ты так шел к успеху. Это кабанчик. Кабанчик. Это ж кабанчик. У нас скоро кончится карта. Я повелитель магии. Мы еще не первый умрем. Прими мои извинения. Нет, это очко, он исправит только магию. А, даже я почему их обнимает, блядь. Она еще надеется. Прими мои извинения. Господи, такая же тупая, блин, да? Ой. Та хоть была настырная, но это тупая, вот действительно. Ну, как вы видите сами, я выиграл. Я починил магичку, но магичку исправит только магио. Это честно, по-моему, доказано. Колода очень работает, но я нормальной игры не увидел. А, у нее неправильная колода на мага. Кабанчик, блин. Кабанчик я действительно порадовал, ребят. Прям сильно. Я же до сих пор смеяться хочу, кабанчик. Я надеюсь, хотя бы там жёлт будет последней карты. Или элементаль. Кабанчик, блядь, выходит, ты ходишь за один, блядь. Там кабанчик, блядь, развернулся бы, залез в колоду, сказал, я не выйду, типа, вообще бы с колоды, против такой толпы, которая была у меня. Это смех и грех, ребят. Ну ладно, на этом я закончу. С вами был Николай Партиный. До новых встреч и всем удачи.